Запись пошла. Итак, друзья, всем салют. Всем доброго времени суток. Ну, салют, поскольку Новый год. А сегодня мы от коллектива партии «Новые люди» идем поздравлять местных жителей и также будем проводить опросы. А, кстати, первое задание для наших зрителей. Напишите в комментариях ваши вопросы, которые бы вы хотели, чтобы мы озвучили прохожим жителям какого-нибудь из района. Это первое. Второе, напишите, кому, к примеру, эти вопросы задать. Вот вопрос вы пишете. Что бы вы пожелали в плане парков или зеленых посадок и так далее. Также можете написать под комментарием, под своим же комментарием, вот этот вопрос задайте, пожалуйста, например, бабушкам, или например, детям, или просто взрослым людям, совершеннолетним, или наоборот, принципиально несовершеннолетним. Неважно. То есть, первое задание, напишите ваши вопросы, которые бы вы хотели, на которые бы вы хотели услышать ответ от местных жителей. Ну и можете пожелание, кому именно вы этот вопрос адресуете. А сразу скажу, мы не подписываемся под всеми комментариями прохожих, мы не знаем, что они сейчас наговорят, это все не под нашу ответственность. Ну и поскольку сейчас, наверное, мало что можно говорить, вынужден сказать, а все, что сегодня в этом выпуске будет сказано, является вымышленной сказкой, не имеет никакого отношения к текущей реальности, и все совпадения случайны. Поехали! Держись. Да. Мы снимаем как раз вопросы с жителями этого района. Есть предложение по улучшению? Да, да, конечно. По улучшению района. Три момента, которые вам нравятся в этом районе. Это очень хорошая просто архитектура. Ага, ладно, на самом деле очень удобный район, он компактный, ага, все под рукой. То есть, блин, вообще рай, а не район. Второе. Это жители, добрые жители, всегда помогут, укажут при возникновении проблем. Круто. Третье? Третье – это просто то, что все в этом районе счастливы, потому что они живут. Отлично. Улучшить что-нибудь хотели это, в этом это районе? Еще начало. А и три параметра, Верните самолет. Ага, вернем самолет. Так, три параметра, которые вам нравятся в этом районе. Так я уже сказал. Все, что сказал. Теперь три параметра, которые не нравятся. Нет, я знаю только, он сидит в этом, в парламенте нашего района, вот у меня историк. Ага. Историк Сергей Петрович, может, знаете его. А ты из этого колледжа, да? Да. Все, ладно. Так, я сегодня пошел с Новым годом. Вот, да, я люблю. Спасибо. Затем будем стараться выступать депутаты, а улучшим вместе район. Все. Счастливо с наступающим, с наступившим. С Новым годом. Я уже тоже договорить не успел. Я еще этот вопрос затянул, если честно, я уже думаю, блин, надо сходить. Смотри, мы не спрашиваем, что нравится, а потом, да, что, ну, в общем, лучше можно сразу, что улучшить. Не нравится, да. Что не нравится, но тогда, знаешь, у нас такое, более какой-то негативный выпуск получится. Сейчас, значит, начинаем. Мы же говорим не только про хорошее, мы же говорим еще и про плохое. Ну, то есть, не только про плохое, мы же говорим еще и про хорошее. Смотри. Просто если мы будем спрашивать исключительно то, что не нравится, тогда уже сам выпуск будет. Смотри, я поняла. Схема такая. А мы такой пропагандой не занимаемся, мы показываем реальность. Вот. Ты как бы не забывай то, что мы. Руслан, дай сказать. Еще мы, да, раздаем конфетки жителям этого района. И проводим еще опросы. Нравится ли вам этот район? Да. И параметры, по которым, которые больше всего нравятся в этом районе. Прямо топ-3. Ага, раз. Не шумный. Ага, два. Близко к центру Москвы, достаточно близко. Отлично. И три параметра, которые больше всего не нравятся в этом районе. Как же без них? Угу. Один бассейн на всех. Ага. Мне совершенно не нравится. Очень плохой транспорт. Хотя до метро здесь недалеко, оперативно. Ага. Вот. И третье, пока все. Вот у нас все. Ага. Очень долго ремонтируют кинотеатр.
Это да. Что бы вы в первую очередь изменили бы? Три параметра, которые бы вы поменяли в первую очередь в лучшую сторону? Убрали эту парковку перед Киргизией и все-таки поставили там сквер. Угу. Правильно, абсолютно с вами согласен. Смотрите. Работа транспорта однозначно. Ага. И последний, наверное, побольше каких-то... Добавили 24-й, который ходил от Новогиреева до Курской. Ну, это транспорт. Супер. Я хотела сказать, добавили какие-нибудь, ну, вот, развлекательные... Точки. Развлекательные точки, да. Один поток очень маленький, один посылочек. Здесь нету книжного магазина вообще. Вот сколько. Ни одного книжного магазина. Это Саянская есть. Это детский. Ну, это детский, нам приходится ездить в Петербургс. Вы знаете своих муниципальных депутатов? Нет, конечно, что? Значит, не надо. Вот мы хотим от новой партии «Новые люди» баллотироваться в сентябре в муниципальные депутаты и изменить наш район к лучшему вместе с вами. Хорошо. До свидания.